Так, поднимаемся к парку Гуэль. Довольно-таки высокий подъем. Есть экскаватор, эскалатор. Значит, вот он. Еще внизу были. Давайте посмотрим, сколько мы уже. В общем, на горе высоко-высоко. Да, после горочки прокатиться очень, конечно, неплохо. Ноги немножечко отдохнут. Вы входите в парк Гуэль. Это классное место. Может, вы очки кушать или пить? В общем, не пропустите, поешьте у нас, как всегда, да? Так, вот. Много кактусов. Опять лестница. Я вот читала историю, что не мог этот Гуэль продать землю. Решил сделать парк. Теперь я понимаю, почему никто не хотел купить эту землю. Фиг доберешься. Так, опять музыка. Очень-очень много тут музыкантов. Так, это что там? Какие-то замочки. Наверное, как везде, влюбленные. Так. А это типа я здесь был на кактусе. Умники догадались. Ух ты, какой вид открывается. На весь город. Не зря мы поднимались. Да, вот такой вид. Ну, это надо видеть, конечно, вживую. Очень красиво. Ну, вот опять играют. На интересном инструменте. Что-то такое космическое. Место очень хорошее, приятное. Всем советую посетить. Так, заплатили за два билета 16 евро. Вход стоит 8 евро. Мы вошли в парк Гуэль. Очень красивый вид. Сейчас будем гулять. Ух ты, как красиво. Парк, в общем-то, достаточно красивый. Вот школа в самом парке. Прям внутри. Классно, наверное. Где ты учишься? В парке Гуэль. Все-таки испанцы молодцы. Необычная архитектура. На этом наша прогулка в парке закончилась. Приезжайте, смотрите. Очень интересно. Пока!